Какой бы такой текст выбрать? Ок. Наверняка каждому из вас часто навязывают чужое мнение, которое вам просто нафиг не сдалось. Что обычно я делаю, когда мне его пытаются навязать? Мне вообще пофигу, но иногда я реагирую стихами. Доигрались, блин, я не знаю, кто я и где я, но в чужие мировоззрения ни ногой. Одна парит мне, что она человек-идея, третий завтра покорно женится на другой. У нее идеальная душа и тело, говорит, опустив глаза. Она колобок, но я-то знаю, что она залетела, а еще что она готовит, как полубог. У меня есть и многоточие, и кавычки. Я потребитель кальция из ногтей, очень боюсь ездить на электричках и не понимаю, что значит хотеть детей. У меня есть любимый сокамерник, собутыльник, если в бутылке сок или лимонад. Я заслуживаю полцарства и подзатыльник. Мысли мои не в мире, а где-то над. Он сбежит от меня, он не вытянет это долго. На реальную жизнь я спускаю свой книжный полк. У меня нет чувства локти и чувства долга. Есть, вернее, если локтем тычут и жилят долг. Но вот нравится мне метафорически жрать козявки. Предпочту крестовый поход, стояние у плиты. Нет ничего страшнее, чем домохозяйка в отражении жрачки, которую варишь ты. В домашних делах нет ничего плохого, если это любить, а не дыры в душе латать. У меня в душе ко всему этому холод, Антарктида, бесчеловечная мерзлота. Что же ты скажешь в 40, деточка? Надо деток. Невозможно быть настолько душевно скупой. Я лучше буду одной из сухих веток, чем мой сын станет тем, кто пилит сук под собой, чем моя дочь скажет, лучше бы ты меня не рожала, и уйдет, хлопнув дверью в ночь, прожигать рассвет. Я предпочту танцы на острие кинжала, даже если мне останется жить 5 лет. И мне даже некому обратиться. Из меня, мол, не вышло ни матери, ни жены. А они-то как раз вышли, вылетели как птицы, как и все роли, которые не нужны. Не люблю послевкусие спиртного и никотина, шовинизма, кидалова, видимости и лжи. И нафига мне кротость, когда я неукротимо и неправдоподобно переживаю жизнь?